И мы снова возвращаемся в магические шахматы. Пока я гулял, образно говоря, у меня пришла в голову одна идейка. По поводу, с прошлой сборки. Что если собрать полностью духов? Духов, наставников, получить физическую защиту, но при этом собрать стрелков и всякую такую нечисть. Поэтому мы сразу берем Хаябу. Ван-Ван мы не берем, так как у нас места нету. Но мы берем вот это вот. Значит, сразу ставим Ван-Ван сюда, Зелонга сюда, этого сюда. А вот это чудо нам не нужно. Насчет сборки. Сборка это духи наставника, алтарь драконов, стрелки и алая тень. В идеале это еще маги. Маги и. И возьмем сапоги, пожалуй, поставим на Ван-Ван. В идеале это еще маги, и сейчас скажу кто. Короче, маги еще кто-то. Собственно, мы получаем первый алтарь драконов. И, в принципе, все. А, и западная пустыня. Попробуем собрать. Кстати, да, эрудитов. Эрудитов мы тоже собираем. Но нужен клауд, который выпадет, ой, как не скоро. Поэтому, наверное, скорее всего, я зря протолчу. Но, с другой стороны, если на коробке удачи, судьбы, нам посчастливится достать одного клауда в скором времени, то я, пожалуй, его заберу. Пока что нам с рандомом не особо везет. Угу, тут никого. Знаете, я, пожалуй, переставлю сапоги на Зелонга, так как он все-таки поинтереснее сейчас будет. Я, кстати, изначально хотел собрать еще через... Ну, такую же сборку, но через держатели щита. Ну, а потом подумал, а нужно ли это, заморачиваться. Я когда-нибудь потом соберусь и сделаю там киборгов, держателей щита, всяких, поддержку и всякое такое. То есть, прям жир-жир полный. Но сейчас я хочу просто... Точнее, сейчас пока что мои все сборки это одна атака. То есть, нулевая защита и в основном одна атака. Да, кстати, мы опять проигрываем. Это не очень приятно. Ну как не очень приятно, это совершенно неприятно. Против нас двое убийц, как всегда, одни мастера оружия. Короче, стандартные сборки. Как будто у людей фантазии нету, и они ничего не хотят больше пробовать. Обидно, разочаровывает на самом деле это. То есть, чувачки, вы бы могли просто пособирать всякое интересное. Экспериментировать, но нет. Видимо, они желают просто проходить с одной сборкой все подряд. Кстати, не всегда у них это получается. Вот убийца Империя для меня сейчас не очень приятный персонаж. Вообще, в принципе, любые враги, у которых собраны убийцы, для меня не очень приятны. Для меня на данный момент они представляют угрозу. А мастера оружия как-то не очень представляют угрозу, поэтому черт с ними. Я думаю, сейчас от убийц просто влево всех сдвину. И пускай там все стоят. Так, сейчас у нас будет коробка судьбы, коробка удачи. Почему-то... А, нет, все-таки коробка судьбы. И мы получаем... Так, это клауд? Да вроде клауд, ладно, возьмем. По сути, конечно, хорошо предметы брать, но... Я лучше, пожалуй, сейчас возьму клауда и постараюсь выбить Диги. Так как он все-таки поважнее будет. Так. Ну, да, тем более против нас не очень опытные игроки, тоже персонажи разобрали. Эсмеральда, Чане. Это как раз то, что нам нужно. Значит, мы убираем Хаябу, ставим Клауда, сюда ставим Клауда, ее ставим сюда, это сюда, это сюда. И наблюдаем за дальнейшими битвами, сражениями, как будет протекать все. Помимо этого мы копим золото, обновляем персонажей, покупаем персонажей и из Зелонга переставляем на Клауда ботиночки. Я, конечно, потом поменяю это все, но пока что меня так устраивает. Пускай будет скорость атаки. Да, мы, кстати, опять проигрываем, потому что у нас ничтожные танки, у нас зависла игра, это просто замечательно, Wi-Fi нормально. Я не понимаю, в чем дело. Игра сегодня виснет уже неоднократно. То она на змеи зависнет, то на короле демонов. Что за дела, я не понимаю. Главное, это не проблема интернета, это именно проблема с игрой. Так, тут никого. Собираем Ван-Ван, Зелонга.
Акай, Зелонг, Диги. Мы лишаемся бонуса и, пожалуй, лишимся его полностью, возьмем себе рудитов. Собираем первых рудитов. Нам остается только собрать из стрелков Ханаби. По большему счету у нас собрана уже основная пачка. Ну ладно, еще одного стрелка не хватает, вот как раз Ханаби. И тогда у нас будет собрана основная пачка. По поводу Алой Тени. Алую Тень я буду выставлять абсолютно всю. То есть это Кагура, это Ханаби, это Хаябуса. Если вы спросите, зачем, я вам не отвечу. Просто хочу. Кстати, Алтарь Дракона все-таки получше будет в 6 сборок. В 3 сборки это, конечно, хорошо, но в 6 сборок это будет идеально совсем. Кстати, за счет Ван-Ван мы побеждаем. И она молодец. Так, нам остается только достать Балерика, который нам совершенно не падает. Собираем третьего Хаябу. Акая Зилонг. Получаем второго Хаябу. Ну, на данный момент нам его некуда выставить. Ставим сюда Эсмеральду. И пока что просто наблюдаем за этими персонажами. Кстати, по поводу этого. Нам бы выставить Эсмеральду на самом деле. Короче, блин, у нас стоит 3 синергии на... Ну, на нехватке одного персонажа. То есть одного персонажа туда закинуть и будет хорошо. Но не хватает. Так, что у нас выпадает? У нас выпадает убийца танков. И магическая... Возьму копию. Убийцу танков мы сразу ставим на Клауда. Проверяем. Поглощение базовой атаки. Да-да-да. Замечательно. Чане получаем. Это вторая Чане наша. Дальше листаем Акай. Дальше листаем, кто у нас. Тут никого нужного нам. Балерик. Замечательно. В следующем раунде я, скорее всего, покупаю место. И выставлю Балерика. Хорошо бы, конечно, выставить Эсмеральду, но лучше выставлю Балерика, так как против нас одни физики. И, соответственно, 100 физической атаки нам будет весьма кстати. А еще я думаю, сапоги с Клауда забрать. И отдать Ван-Ван все-таки. Так как это основной дамагер у нас, помимо... Ну, помимо этого. Человеку ТСК... Как он? Он, по-моему, стрелков собирает, да? Да, стрелки и бездна. Ну, ладно. Его дело. Так, получаем Ван-Ван, Зелонга. И нам некуда поставить Зелонга. Собственно, покупаем место, как я и планировал. Выставляем Балерика. Получаем защиту от физических атак. Только знаете, что она увеличивает защиту стражей. Да, я совершенно это забыл. То есть вот эти трое, кто у меня... Вот они и получают защиту, все остальные не получают. Кстати, да, возьмем Зелонга. И нам нужно еще одно место выставить Чане. Вообще у нас, в принципе, кончилось место. И это вообще неприятно, потому что мы просто не сможем сейчас покупать персонажей, чтобы их улучшать. Поэтому сейчас немножко притормозим. Давай, Ван-Ван, тащи. Их всего трое. Ты же сможешь. Не смогла. Вообще это странно, блин, она атакует долбанного Мартиса. Ван-Ван сейчас не хватает когтей хаоса. Вообще странно, блин, этот. Давайте купим место. Пододвинем сюда Балерика. Выставим Эсмеральду. Хотя, нет, выставим Эсмеральду. Как раз получим бонус Западной пустыни. И вот эти два персонажа теперь будут уклоняться. Так, все. Дальше мы копим золото. Копим золото и наблюдаем, как что и будет дальше. Клауд уже набрал ульту, выпрыгнул противников и умер. И у нас опять зависла игра. Да, как видите, у меня Wi-Fi четкий. Ну, то есть, все палочки без одной. Соответственно, эта проблема не у меня. Это проблема в игре. А самое интересное то, что... Я не помню, чтобы такие проблемы были. Так, у нас остается тут Ван-Ван против Ван-Ван. И интересно, какая Ван-Ван выиграет. Побеждает моя Ван-Ван, и игра просто люто-дико лагает. Я не понимаю, в чем проблема. Так, значит, Клауд. Два Клауда. Но мы, пожалуй, знаете, мы заберем как Когти Хаоса, хотя нам нужно будет место. Но я заберу Когти Хаоса и поставлю на Ван-Ван. И это будет полезно. Помимо этого, кстати, у нас не выпала ни одна Ханаби. Просто вот игра виснет. В чем проблема твоя, игра? Очнись. Короче, я не знаю, в чем проблема, но эта проблема явно не у меня. Да ладно. Так, Когти Хаоса сразу на Ван-Ван стоят, хорошо. Что они дают помимо хилки? Физическую атаку, ну, скажем так, ничего. Ничего хорошего.
Короче, я не знаю, в чем проблема, но игра подвисает. Подвисает и лагает. Клауд опять разносит. И это прекрасно на самом деле. Вообще, думаю, на Клауда может Корти Хаус поставить. Давайте переставим на Клауда. И посмотрим, как будет дальше. Потому что Ван Ван как-то себя плохо показывает. Диги. Нам нужен еще один Диги. Но нам выпадает Чан Э и Акай. Берем и того, и другого. Так, нам остается один Диги. Зилонг. Зилонг. Блин, совершенно никто не падает из нужных мне персонажей. Ну и понятно, у меня сборка странная довольно. Так, ну против нас все те же самые сборки. Так, ну Клауд, кстати, сейчас получше наносит урон, вроде как. На Клауда, знаете, скорее всего, осталось еще добавить, помимо этого всего, осталось добавить... Вообще, если я выбью золотой посох, то я, скорее всего, поставлю на Клауда, а убийцу танков отдам Ван Ван. Короче, мне на Клауда нужно поставить золотой меч. Тьфу, золотой меч. Зеленый меч. И что-нибудь еще. Смиральды и Хейбуса. Нам оба нужны. Давайте купим место. Купим и того. Так, выставим Чане, наконец-то. И купим Хаябу. У нас Ван Ван до сих пор... А, нет, я думал, он до сих пор первый уровень, но нет. У нас Клауд первый уровень до сих пор. И смотрите, если он на первом уровне такое творит, что будет на втором уровне? Так, что у нас выпадает? По всей видимости, ничего. А, нет, еще один Копти Хаоса. Кристалл Стрелка. Давайте, пожалуй, возьмем Кристалл Стрелка. И возьмем еще один Копти Хаоса. И как раз их поставим на Ван Ван. Кстати, получаем Эсмеральду третьего уровня. Похилимся. Кристалл Стрелка поставим на Диге. Получаем бонус Стрелка. Это прекрасно. И просто пока что наблюдаем дальше, потому что дальше ничего не происходит. Так, одну Чанэ сюда передвинем. Да, конечно, с рандомом мне, как всегда, просто замечательно везет. Но, знаете, все равно жаловаться. Смысл жаловаться, потому что мы побеждаем. И это прекрасно. Но опять же, до поры до времени. Может быть, сейчас попадется кто-нибудь, который нас вынесет за 3 секунды. Хотя... Да нет, пока что интересно все собирается. Конечно, Клауд абсолютно не живучий, он умирает в самом начале. Олень, блин. Да, противники собирают вот этот вот опасный немножко. У него тоже Клауд собран второй. Интересно. Так, Балерик. Мне нужен еще один Балерик, который не выпадает. Так, знаете, я, пожалуй, продам Зелонга, возьму Хаябу и на Хаябу заюзаю... Где он есть-то? Вот он. Вот так вот. Все, у нас два Хаябы. Нам остается еще три Хаябы собрать. Зря, наверное, Зелонга продал. Ну да ладно уже. Что поделать. Вообще, Зелонг на третьем уровне и с, хотя бы вот с этими сапогами он очень-очень сильно разбивает противников. И мы проигрываем. Ну вот, как я и говорил, нам попадется один противник, и мы проиграем. Кто попался, кстати? Налан. И... А что ты собираешь, Налан? Он собирает убийцы Империи. Но у него явно кто-то еще. Мы пока что не увидим. А вот сейчас увидим. Зелонг. Молодец. Налан собирает... Нет. Странно. То есть он действительно собирает вот этих вот Чане. И нам остается последний Чане. Просто полистаем пока что. Блин, Клауд. Продаем Зелонга. Берем Клауда. Диги. У нас Диги второго уровня, две Эсмеральда. Но, блин, их брать некуда. В этом моя проблема. Что мне сейчас просто некуда брать. И мы проигрываем, да? Блин, не знаю даже. Да, мы проигрываем, потому что Мия очень сильно кританула. Ох, какая же ты бесполезность, Ван Ван. По-другому не скажешь. Физическая атака. Зачем я физику? Давайте на него переставим. Коробка судьбы. Давайте заберем место.
Я бы, конечно, не отказался бы забрать посох, но, пожалуй, заберем место. Хотя можно было бы забрать еще один кристалл стрелка. Вообще, у меня сейчас такая идея. Если я поставлю кристалл стрелка, Клауда. Так, получаем еще одно место и, собственно, выставляем Хаябусу. А знаете, вот мне сейчас интересно. У меня стоит Клауд и Ван-Ван. Кристалл стрелка. Почему не работает? Вот, теперь заработало. Короче, любой кристалл, который относится к той или иной... Короче, допустим, если у кристалла физическая защита, то это нужно ставить именно на физиков. Получается именно так. Блин, Клауд, конечно, вот он много вносит урона, но он погибает. Спросите, зачем? Я не знаю, ему, видимо, так хочется. Так, ладно, мы побеждаем, вышибаем игрока. Это прекрасно. Угу. Давайте, добивайтесь там. Так, а, кстати, Нолан, который нас победил, вылетел из игры. Насчет этих особо не помню. ТСК меня вынес один раз, я помню, в начале. И, скорее всего, мы больше не попадались с ним. Так, нам остается один Акай. Опять две Смиральды, Клауд. Никого. Акай. Получаем третьего Акая. Я даже не знаю, стоит ли собирать Эсмеральду. Давайте пропустим ее. Возьмем Чане, еще Чане. Ай, Ханавио пропустил. Обидно. Так, собираем Хаябу. Как у нас тут бой проходит? Еще раз обновим. Клауд. Вот я даже не знаю. Я бы собрал, наверное, Клауда за все время, сколько он мне выпал. Но знаете, как-то не хочется. Потому что вдруг соберу, вдруг не соберу. Я не знаю. Ну и рисковать тоже неохота. Тратить золото. Занимать место, с учетом того, что у меня его и так нет. Соответственно... Кстати, нам нужен один болерик, чтобы он стал вторым уровнем. Король огненных демонов. Диги. Я тебя трогать не буду. Собственно, вот болерик. Получаем второго уровня болерика. Листаем дальше. Клауд. Ох, ладно, давай возьмем одного. И Эсмеральда. Чане. Чане. Замечательно. Получаем третью Чане. И нам остается всего лишь два Хаябусы. Одно место купить. Купить одно место и выставить Ханаби, которая нам один раз упала за всю игру. Ладно, король демонов, что с тебя выпадает? С тебя выпадает опять кристалл стрелка. Мы возьмем клон. И, собственно, поджигалку я бы заюзал на Клауда. Потому что у него массовый урон. Так, у меня затекла правая рука. И немножко неудобно становится переключать. Так, сразу давайте заюзаем на этого. Где он есть? Вот он. Все, получаем третьего Хаябу. И это наш второй персонаж. Это третий наш персонаж. Третьего уровня. Чане, Акай и Хаябуса. И для того, чтобы Хаябуса начал очень мощно разносить, нам не хватает всего лишь одного элемента. Кстати, по поводу этого. Давайте сапоги переставим на Хаябусу. Нам не хватает всего лишь Ханаби, которая категорически отказывается нам падать. Кстати, мы побеждаем, и это прекрасно. Вот эти до сих пор бьются. И выигрывает Хумпс. Хумпс. У него сборка на 6 мастеров мечей. И он побеждает. Странно, у него сборка на 6 мастеров мечей, но при этом у него стоит... При этом у него стоит этот... как его зовут-то? На Хэ тоже. Давайте, пожалуй, возьмем Кагру. Продадим одну ее, купим место и поставим Кагру. Получим связь магов и получим связь на Алую Тень. Потому что ждать, пока нам выпадет Ханаби, которая даже, возможно, и не выпадет, я уже не хочу. С условием того, что нам за всю игру выпала только одна Ханаби. Собственно, мы побеждаем, и это замечательно. Клауд вносит больше всех урона, вот 70 тысяч почти, без 2000. На втором месте Хаябуса, потом Акай, танк, удивительно, да? Так, смотрим, кто у нас есть и кто нам нужен. Берем Кагру, пригодится. Давайте возьмем Ван-Ван. Собственно, вот и Ханаби. Но, честно говоря, я ее уже не хочу брать. Пускай остается лучше магия.
То есть энергия в любом случае собрана, и пускай остаются маги. Потому что если я возьму Ханаби, да, у нас будет 4 стрелка, но нужно ли мне это? Если бы у нас не было кристалла стрелка, тогда да, я бы взял Ханаби. Но так как у нас есть кристалл стрелка, то, как вы знаете, не хочу и брать. Так, кстати, у противника. Какая сборка у противника? У него магия... А, нет. Вот как раз этот чувак, у которого полностью мастера меча. Все, мы побеждаем, и это замечательно. Кстати, интересная сборка. Пробуйте, экспериментируйте. Мы апаем мастера 4 уровня. Это прекрасно. Значит, что я хотел сказать. Вот, собственно, пожалуйста. Все играют через мастеров мечей, через мастера меча. С учетом того, что они знают, что это топовая сборка, но так же, как и бойцы, они знают, что это топовая сборка, но вот, пожалуйста, результат. То есть, намного можно интереснее сборки собирать. Есть вот контрсборки. Тем более у человека, вот, посмотрите, у него 4 персонажа 3 уровня. То есть, у него персонажи, помимо Мартиса и Зелонга, ну, кстати, Зелонг на 3 уровне очень мощный. Вот. Помимо того же Мартиса, у него неплохая сборка. Хотя вот Харит, я вспомнил, как его зовут, Харит, я не знаю, зачем он его взял. Он ему просто не нужен абсолютно там. И опять же, другие тоже вот. Но, как мы видим, все-таки есть контра, есть то, все, 5-10, то есть. Это не топовая сборка, то есть мастера меча это не топовая сборка. Ладно. Всем пока. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующей серии.